Интерьер в стиле Прованс прекрасно подчеркнут стены, выполненные с помощью декоративной штукатурки. Они могут выглядеть несколько небрежно и иметь ярко выраженную фактуру, но при этом спокойные пастельные тона уравновесят внешний вид и сделают интерьер стильным и современным. Если вы хотите придать интерьеру деревенский колорит, обратите внимание на оформление стен. Стены в стиле Прованс могут быть небрежно окрашены, иметь трещинки и неровности. Создать подобный эффект поможет декоративная штукатурка. В руках талантливого декоратора она превратится в имитацию деревянного покрытия или создаст эффект старой краски. Так как это деревенский стиль, уют, и посмотрите, какие сложные могут быть тона. Например, вот такие. Посмотрите, какие они красивые и вкусные. Допустим, берется более спокойный тон основной, затем окрашиваются стены более ярким цветом. Также можно это комбинировать с текстилем. Если вы предпочитаете больше классические оттенки, то можете использовать, например, вот такие оттенки бежевого. А вот этот вот яркий цвет вы можете использовать только лишь в каких-то акцентах в интерьере. С помощью декоративной штукатурки можно создать не только желаемую текстуру, но и настоящие произведения искусства – панно, фрески, любые орнаменты и рисунки. Оформляя стены в стиле Прованс, не забывайте и про другие декоративные элементы. Что еще можно использовать при оформлении стен в стиле Прованс? Стиль Прованс, как правило, используют дерево вот, для уюта, для тепла. Эти балки можно поместить на потолок, покрасить любой цвет, который подходит к вашему интерьеру. Можно задекорировать, состарить. Это можно использовать как молдинги. То есть стена может разделиться. Здесь, допустим, стена окрашена, а здесь идет декоративная штукатурка. Разделяет вот такой балкой. Но хочется обратить внимание, что балки не настоящие, они очень легкие. Из чего они изготовлены? Полиуретан. Очень хорошо стыкуется, склеивается, но при этом, вы видите, да, она как брошированная. То есть она действительно выглядит как настоящее дерево. Выбирая текстуру и оттенок декоративных покрытий, обязательно обратитесь за помощью к профессионалу. Стиль Прованс не сочетается с глянцевыми мерцающими поверхностями. Откажитесь от блесток или сиров в пользу спокойных матовых цветов. Я бы рекомендовала все же миксовать декоративку с покраской стен. Вот здесь представлены образцы, и наглядно видно. Это декоративная штукатурка. Здесь выкрашена той же краской, что и декоративной штукатуркой. Смотрится, по-моему, очень красиво. Например, вот в таком цвете, в бежевом. И смотрите, все же приветствуется какая-то матовость. Нет блесток. Декоративная штукатурка обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему прекрасно подойдет для отделки стен в ванной комнате. Изюминкой станет орнамент с растительным мотивом и цвета, передающие атмосферу лета и тепла.